Наш организм очень интересен тем, что разного рода заболевания, в данном случае мы говорим о наших неврологических заболеваниях или сосудистых заболеваниях, что для нас тоже очень важно, для неврологов, проявляются совершенно необычным образом. Например, такой случай был на моей практике. Молодой человек спортивного телосложения и соответствующего образа жизни, до 30 лет, еще раз повторюсь, страдал проблемами, которые возникали у него в левой конечности, в руке. Периодически, при определенных обстоятельствах, на левом мизинце у него формировалась так называемая язва, которая очень долго не зарастала. Язвой этой занимались хирурги, лечили ее периодически, когда она снова возникала. И, собственно говоря, никаких вопросов, кроме того, что у человека есть какие-то проблемы, может быть, витаминного спектра или еще что-то, у них не возникало до того времени, пока однажды этот пациент не оказался у меня на приеме по причине резких сосудистых жалоб. Пациент пришел с жалобами на острые головные боли, головокружение. По сути, он должен был обратиться в скорую, но он пришел именно до врача, и, соответственно, нам пришлось его госпитализировать с диагнозом под подозрением острый ишемический инсульт головного мозга. Как оказалось, у данного пациента длительное время существовала очень редкая в его возрасте ранняя атеросклеротическая бляшка подключичной артерии. А от подключичной артерии отходит у нас позвоночная артерия к головному мозгу. И организм очень долго решал, в какую сторону посылать ему кровь, к пальцам или к голове, к пальцам или к голове. И одно время пациенту везло. Крови не хватало именно мизинцу, да, который никто не хотел обследовать. А вот однажды организм решил, что рука важнее, возможно, пациент делал физическую работу активно и так далее, и не допустил крови немножечко в его головной мозг, после чего сформировался недостаток кислорода, питательных веществ, и у пациента развился самый настоящий ишемический инсульт. В дальнейшем при проведении исследований, таких как УЗИ, у него эта бляшка была найдена, пациенту была проведена операция, и случай разрешился, слава Богу, благоприятно, без инвалидности и без последствий для дальнейшей жизни пациента. И в конце этого рассказа хочется сказать, что не стоит игнорировать повторяющиеся события, которые случаются с вашим здоровьем, которые выходят за рамки определенных жизненных простых обстоятельств. Если вы видите у себя странное проявление, необходимо вовремя обращаться к врачу и стараться обследоваться во всем спектре. Вот в данной ситуации даже история с мизинцем уже должна была сподвигнуть конкретных специалистов на обследование сосудов. Этого не произошло по той или иной причине, и поэтому пациент встретился с таким серьезным жизненным обстоятельством, как инсульт. А этого могло не произойти, если бы он вовремя прошел полноценную диагностику.